23 августа на фестивальной поляне пройдет международный слет ветеранов боевых действий и фестиваль патриотической песни. Мероприятие традиционное проходит 5 лет. Организаторы – общественные организации ветеранов боевых действий, а также инвалидов войны и военной службы. Цель проекта – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Запланированы выступления музыкальных коллективов, военно-исторические реконструкции, турниры по единоборствам, спортивные состязания, конкурсы и развлекательная программа для детей.